то, как общается. Речь – это умение говорить. Речью обладают только люди. Что делают люди с помощью речи?
Нажми на окошко, в котором человек спрашивает. Нажми на того, кто говорит грамотно. И чё? Мой щенок красивше ихнего. Смотри, какой красивый у них щенок. Исправь ошибки. Нажми на слово, чтобы исправить. Исправь ошибки. Привет. Давай нажми на того, кто говорит грамотно. Ложи их на стол. Я тебя победю. Привет. Давай сыграем в шахматы. Дай мне, пожалуйста, яблоко. А ну-ка, дай мне яблоко. Быстро дай мне конфету. Угости меня, пожалуйста, конфетой. Подай мне фонарик. Подай мне ту штуку. Дай мне вон то, что там стоит. Дай мне кружку. Как нужно говорить? Как нужно говорить?
Речь должна быть грамотной, вежливой, понятной.